Речь идет только, видимо, о качественном ужесточении контроля за безопасностью и, наверное, восстановлении атомной энергетики не в тех масштабах, которые были до сих пор. Ну и, естественно, Япония, видимо, навсегда откажется от своих старых планов, которые существовали до аварии на АЭС Фукусима-1, когда они хотели довести долю АЭС в энергобалансе страны где-то до половины вырабатываемой электроэнергии.